Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть в Warcraft 3 Хаос. Так, дочери Луны. Это, по-моему, где скрыто надо проходить. Если я, конечно, не ошибаюсь, эта миссия. Героям надо хреначить, да. Мертвые не знают усталости. От них не убежать. Но можно скрыться. Как видите, Архимонд, ночные эльфы нам не страшны. Плеть может... Архимонд, через 10 000 лет. Возможно ли это? Да, женщина. Легион вернулся, чтобы уничтожить этот мир. И на сей раз ваш беспокойный народ не сможет нам помешать. Девчонок жалко. Идиоты! Вы позволили ей сбежать! Найдите ее, глупцы! Хераки убил. И убейте! День, которого мы боялись, настал. Пылающий легион вернулся. Я должна перебраться через реку и предупредить сестер, пока еще не поздно. Кто посягнул на природу? Такова воля богини. Без промедления. Эти эльфы нужны повелителю. Им не уйти. Такова воля богини. Без промедления. Такова воля богини. Без промедления. Они не должны увидеть меня. Во имя Луны. Ну-ка. Ханудора. Смогу победить? Сомневаюсь. Повелитель желает, чтобы на этот лес была наведена порча. Да будет так. Да будет так. Блин. Я-то хотел сюда пройти. Как пройти-то сюда? Во имя Луны. Ну-ка, давайте-ка начать заново. Асревер Амн. Такова воля богини. Так, и чтобы нам так больше так не делать, сделаем вот так. Во имя Луны. Эти эльфы нужны повелителю, им не уйти. Понятно. Да будет так. Они не должны увидеть меня. Так. Охренеть. Ладно. Кто посягнул на природу? Смотрим, что здесь у нас. Ну, до сюда нам еще надо дойти. Духи еще вот эти.
Охренеть. Чё ж вы между собой-то не мучитесь? Внимаю словам Илуны. Без промедления. Да будет так. Без промедления. Блин, никак мне вот. Вот боевые когти-то мне нужны. На город во имя наших Луны. Союзников напали враги. Без промедления. Да будет так. Я не понял, я что здесь что-то делаю? Я же здесь ни хрена не решаю. Асревер Амон. Итак, боевые когти я взял. Вау, туфли ловкости тоже надо будет подобрать. Такова воля богини. Исчезла. Да будет так. А за каким хреном-то ты? Такова воля богини. Во имя Луны. Без промедления. Такова воля богини. Мне надо, когда вы оба там будете. Богиня зовет. С какого хрена ты начинаешь атаковать-то? Повелитель желает, чтобы на этот лес была наведена порча. Да будет так. С промедления. Не нападай. Асревер Амон. Во имя Кинариуса. Во имя Луны. Такова воля богини. Да будет так. За Калимдор. Ханудора. Так. Блин, мне надо подождать, когда этот козел пройдет. Богиня зовет. Некуда класть. Кто посягнул на природу? Ну-ка, давай. Внимаю словам Илуны. Без промедления. Кто посягнул на природу? Борн 4 уровня. Ну, я тебя, по крайней мере, освободил. Богиня зовет. Во имя Луны. Да, не с первым уровнем-то мне. Хреначиться-то здесь. Думал, я вспоминаю, она бы вроде проще была миссия-то. Без промедления. Да будет так. Такова воля богини. Без промедления.
Такова воля богини. Да будет так. Во имя Кинариуса. За Калимдор. Такова воля богини. Даже не знаю, что там может быть. Так, ладно, кольцо защиты давай. Не. Во имя Луны. На одну единицу герой разума. А здесь у нас было... Наши воины вступили в бой. Ну-ка, посмотри, что здесь. Свиток исцеления. Асревер Амон. Такова воля богини. Без промедления. Кто посягнул на природу? Эндули Ревот. Внимаю словам Элуны. Элунадор, жрица. Вау. Мы в вашем распоряжении. Бью без промаха. Да. Пощады не будет. Вижу цель. Стреляй. Так, посмотрю, что здесь. Вижу цель. Ну ты чё? Жалкие смертные. Вам не уйти от гнева богини. Мой лук всегда со мной. Слишком просто. Кто посягнул на природу? Блин. Мне теперь как это нахрен? Богиня зовет. Во имя Луны. Такова воля богини. Анудар. Ясно, что люди тоже враги нежити. Но доверять смертным я не могу. Давай, 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 давай. Такова воля богини. Похоже, эти орки охраняют нечто ценное. Это может нам пригодиться. Блин. За Калимдор. Такова воля богини. Во имя Луны. Куда? Такова воля богини. Да будет так. Без промедления. Будь осторожна. У привратников ада есть тени. Магические создания, которые видят нас даже тогда, когда мы растворяемся в сумраке лесов. Держись от них подальше. Блин, всех погубил. Ну ладно, ничего страшного. Кто посягнул на природу? О. Во имя Луны. Ой, что знаю. Смотри. Без промедления. Это берем. Это берем, выпиваем. Такова воля богини. Спасибо мне, спасибо вам, что вы помогли мне прорваться. Да будет так. Я поклялась отомстить. Да, в прошлый раз у меня вроде, когда я играл, внимаю словам, у меня Луны. Было гораздо больше Анудора. Людей оставалось, по крайней мере, когда я до сюда доходил. Кто посягнул на природу? Внимаю воле богини. Воистину. Внимаю словам Элуны. Так, надо отходить вот сюда сразу же. Вот этот гриб, я тоже еще не помню, что он значит. Такова воля богини. Без промедления.
Во имя Кинариуса. Во имя Луны. Так. Свиток исцеления. Да, немножко долговатая игра получается у нас. Такова воля богини. Без промедления. Во имя Луны. Такова воля богини. Без промедления. Такова воля богини. Засада! Бежим отсюда! Встречаемся на следующей поляне! Прячься сколько угодно! Тебя это не спасет! Богиня зовет! Так, куда мне? Внимаю словам Илуны. Уходим. Не будем мешать. Я должна добраться до реки к рассвету. Днем мне не удастся пройти незамеченной. Фандулас Белоры? Иснуала, сестры! Давайте! Это я, Тирент! Без промедления. Асревер Амн. Такова воля богини. Ну-ка. Так-то можно помочь, конечно, ему. Но мы не будем. А хотя, подожди. Внимаю словам Илуны. Вот так вот. Так, увеличение урона, конечно. Во имя Луны. Книгу силы даже поднял. Свиток защиты даже не знаю, нужен он мне, нет. Кто посягнул на природу? Мне кажется, это специально так и было подделано, конечно. Вот еще, кольцо защиты 2. Ну где, блин, рычаг этот? Ну-ка, давайте сохраним. И я хочу посмотреть, где рычаг. Богиня зовет. Такова воля богини. Без промедления. Да будет так. Такова воля богини. Без промедления. А, надо поди вот этого загасить. Такова воля богини. Ханудора. Ну, блин, даже не знаю. Но с другой стороны, смотрите, я сохранился. Внимаю словам Илуны. Давайте попробуем. За Калимдор. А, так я могу его захреначить. Вот и все. Ух ты! Без промедления. Ханудора. Хреначьте его. Так. Что тут надо сделать? Как это открывает? Рассвело. Теперь даже силы и луны не скроют меня от чужих глаз. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А мне нравится. Внимаю воле богини. Давай-ка. Богиня зовет. Такова воля богини. Эндули Ревот. За Калимдор. Эндули Ревот. Во имя... Глупая, глупая эльфийка. От нас не скрыться.
Да я вроде как бы и не собирался скрываться. Наши воины вступили в бой. Без промедления. Сможем убежать? Асревер Амон. Эндули Ревет. Да будет так. Внимаю словам Илуны. Вот сейчас-то можно попробовать побороться с ним. Давай. У источника-то. Без промедления. Все, лечимся. Все лечится. Какой я молодец. Блин. Ты бы еще ману бы также набирала, вот твой источник так же, как жизни. Все. Сохраняем. Богиня зовет. Пойдем еще люлей навешаем кому-нибудь. Во имя Луны. Нет. Такова воля богини. Да будет так. Я помню, эти грибы что-то должны давать. Богини. Только не помню, что. Асревер Амон. А можно было бомбандиров нанять, да, и они здесь или как? А нет, здесь лавка, тут другое. Богиня зовет. Без промедления. Такова воля богини. Кольцо защиты. Да будет так. Некуда класть. А если мы такова вот это... Такова воля богини. Да будет так. Без промедления. Со защиты героя на один. Где там? Да будет так. Вот они, они. Во имя Кинариуса. Давай. За Калимдор. Приземляйся. Не приземлилась. Ну тебе же хуже. Так, свиток исцеления. У меня пока тут он не нужен. Че еще люлей сходить к вам видать? Теперь там и сила. Ладно. Без промедления. Можно, конечно, было бы к этим сходить, еще люлей дать. Но у меня уже все вроде как заполнено. Да будет так. Давай, давай, давай. Внимаю словам Илуны. Только ты-то вот сюда пойдешь. Посмотрим, что у нас здесь. Ой-ой-ой. Медицинский тракт. Так. Кладбище. Хреновенько. Перспектива-то у меня. Блин, блинский. О, источник жизни нашел еще один. Ну давайте сохранимся перед тем, как двигаться дальше. Я думал, такая же легенькая будет миссия там. Они ни хрена как захреначили. Богиня зовет. Без промедления. Такова воля богини. Да будет так. Такова воля богини.
Во имя Кинариуса. Ну-ка, давай. Ваш ход. Не проблема. Астревер Амн. Укажите мне путь. Слишком лечиться. Просто. Внимаю словам Илуны. Без промедления. Эндули Ревот. Да будет так. Такова воля богини. Да будет так. Такова воля богини. Охренеть. Тогда мне придется подбежать. Быстренько взять это все дело, ну-ка. И убежать. Это тогда миссия для одного. Так, вы пока давайте. Залечивайте свои раны. Такова воля богини. Без промедления. Это день. Во имя Луны. Да будет так. Такова воля богини. Да будет так. Без промедления. На. Во имя Луны. Такова воля богини. Да будет так. Без промедления. Слушаю. Мой лук всегда со мной. Не проблема. Вот так, все. Освободили. Сейчас подлечиваюсь. Кто посягнул на природу? Укажите мне путь. Богиня зовет. Такова воля богини. Блин, их там двое, так мне ни хрена не захреначить. Ну, я думаю, да, оно, в принципе, так и должно было быть. Без промедления. Так и надо было здесь хватать. Такова воля богини. Никак по-другому. Брошенные баллисты пригодятся против укреплений нежити. Так, это у меня будет команда. Внимаю 4. Словам Илуны. Асревер Амн. Ханудора. Наши воины вступили в бой. Богиня зовет. Асревер Амн. Ой. Без промедления. Да будет так. Тихо, тихо, тихо. Внимаю словам Илуны. Смогу я? Смогу. Блин, это кто пипец. Кто посягнул на природу? Во имя Илуны. Вышли. Ну, это было ожидаемо. Такова воля богини. Богиня зовет. Кто посягнул на природу? На. Богиня зовет. Да будет так. Асревер Амн. Во имя Луны. Богиня зовет. Во-во-во-во-во. Внимаю словам Илуны. Охренеть, а у меня тут оказывается... Так, это будет команда 4. Ну-ка, давайте-ка туда выдвигайтесь. Ваш ход слишком прост. Слушаю. Я не боюсь. Кто посягнул на природу? Без промедления.
Я вся поплелась отомстить. Ухожу в тень. Вот так. Мой лук всегда со мной. Хорошо. А вы вот здесь вот. Чтобы все лечились. Жду приказа. Ни слова больше. Внимаю воле богини. Я вся внимание. Так. Должна что-то команда. Поторопись. Три. Богиня зовет. Слушаю. Кто посягнул на природу? Поторопись. Так, так, так. Давай, давай. Вот так, выйдем. Слушаю. Бойтесь ночи. Лови. На. Поторопись. Наши воины вступили в бой. А ты отойди, воины. Я не боюсь. Слушаю. Поторопись. На. Я поклялась отомстить. Вот-вот сюда бей. Я вся внимание. Внимаю словам Илуны. Поторопись. Я вся внимание. Блин, так всех нас так сейчас перебьют нахрен. Наши воины вступили в бой. Внимаю воле богини. Я вся внимание. Бойтесь ночи. Давай. Я поклялась отомстить. Поторопись. Блин. Ну пока вроде все хорошо идет. Кто посягнул на природу? Во имя Луны. Я поклялась отомстить. Воистину. Идите лечиться. Внимаю словам Илуны. Во имя Кинариуса. Давайте, нет, мы всех их расхреначим. Я вся внимание. Вперед. Ас ревер амн. Так, теперь мы сохраним. И попробуем еще кое-что прокачать. Сохраняй, сохраняй. Кто посягнул на природу? Вот так, это богиня будет у нас зовет. Отряд 2. Это у нас отряд 3. Внимаю словам Илуны. Без промедления. Вот так вот. Вы пока держитесь. Кто посягнул на природу? Внимаю словам Илуны. Кто посягнул на природу? Богиня зовет. Кто посягнул на природу? Давай. Ас ревер амн. Смогем. Внимаю словам Илуны. Поторопись. Такова воля богини. Во имя Илуны.
кто посягнул на смогли. Природу. Без промедления. Подожди. Так, наши герои выходят вперед. Камень маны. И еще. Так, теперь. Богиня зовет. Что мне можно выкинуть-то? Думаю, героя защиты вот этот. Можно будет выкинуть. Кто посягнул на природу? Так, ждем. Внимаю словам Илуны. Да будет так. Будь здорова. Такова воля богини. Все, берем камень маны. Богиня зовет. Внимаю воле богини. Я не боюсь. Внимаю словам Илуны. Вот так вот взяли. Все, теперь мана у меня прибавляться хоть побыстрее будет. Правильно, повышение скорости регенерации маны, либо 300, если я его съем. Кто посягнул на природу? Естественно, я есть это не буду. Я поклялась отомстить. Внимаю словам Илуны. Я вся внимание. Богиня зовет. Все. Асрева. Ну пройдите дальше немного. Да будет так. Тирент, хвала Илуне, ты цела. Нашу деревню атаковали орды нежити. Они появились как из-под земли. Нежить еще не самое страшное. Вернулись наши древние враги, демоны Пылающего Легиона. Их силе мы можем противопоставить только одно. Мы должны разбудить друидов. В дудку дуть надо. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!